Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai AX35 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра дизель, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем заднюю правую опору амортизатора. Хозяин говорит, она стучит, поэтому попросил заменить. Поднимаю автомобиль, снимаю заднее правое колесо и откручиваю амортизатор. Поднял авто, снял колесо. Вот она опора. Менять ее вообще легко. Крепится она снаружи двумя болтами. Амортизатор полностью я снимать не буду. Даже нижнее крепление отпускать не буду. Поджимаю гидростойкой немножко. Буквально, ну, чуть-чуть даже. Просто прижать ее, придержать. Откручиваю два болта, головка на 14. Чуть-чуть приопускаю. Вот он у нас амортизатор. Должен быть газонаполнен. Вот я его сжал. Да, амортизатор с газом. Не знаю, что ему сказали про опору. Мое мнение, опора живая. Ну, раз сказали заменить, заменим. Заодно снимем, посмотрим, что там не понравилось. Вот у нас прорезь на штоке. Берем ключ, держим за прорезь и откручиваем гайку. Гайку сейчас скажу, насколько. Возьму, вставлю трубку. Ставлю брусок. О, все, теперь можно делать. Попробую камеру поднять повыше, сколько удобно. Вот так вот. И показать сюда. Очень удобно подходит ключ 9-10 от задней стойки. Вот такой ключ идет, съемник. Этот у нас встает на шток. Отлично. А этот у нас встает на гайку на 17. И откручиваем. Возьму накидной. Высоковато поднял авто. Но сейчас уже у меня подперто.
опустить не опущу. Здесь достаточно было немножко усилия придать. Все, гайка откручена. Держу и снимаю. Так, надо быстренько. Пока шток не вышел. Что тут не так, что не понравилось ребятам? Снимаю пыльник с отбойника и все нормально с опорой. Беру новую оригинальную 55-330-2S-200. Новая опора, резина внутри целая, здесь она не вывалена, ну, сказали заменить, заменим. Вставляю на место пыльник и устанавливаем. Так, протираю шток. Смазываю резьбу. Топлю шток вниз. Надеваю опору с пыльником. Ну и вставляю на место брусок подпорку, как я делал. Наживляю гайку. Ни на штоке, ни на чашке направляющей нет. А теперь затягиваю. Все. Гайка затянута. Эти болты без герметика. Я их смазываю.
убираю брусок и завожу в направляющую опору. Наживляю болты. Убираю подпорку, ставлю на место колесо, и на этом все. Опора заднего амортизатора или задней стойки заменена. Всего вам доброго!